12 июня 2013 года Смоленская АЭС организовала для десногорцев и гостей города великолепный праздник спорта. Под открытым небом на площади информационного центра атомной станции состоялась международная матчевая встреча по боксу, посвященная Дню России. Спортсмены из 13 городов России, Украины и Беларуси съехались в город атомщиков, чтобы доказать свое право быть лучшими, продемонстрировать мастерство и профессионализм. Запоминающимся событием стал визит чемпиона мира в тяжелом весе Родиона Пастуха и генерального директора Федерации профессионального бокса Южного и Северокавказского федеральных округов Российской Федерации, судьи международной категории Сергея Костенко. До начала соревнований они побывали в спортивном клубе «Ринг» Смоленской АЭС. Для его воспитанников знаменитый боксер провел мастер-класс. Он продемонстрировал коронные приемы, неоднократно помогавшие ему лидировать в поединках самого различного уровня. Показал надежные способы защиты, без грамотного применения которых трудно одержать победу даже при наличии хорошей ударной техники. Чемпион мира рассказал, как много надо тренироваться, чтобы добиться успеха. С большим интересом ребята наблюдали за каждым движением Родиона Пастуха, прислушивались к его наставлениям. Этот зал, в котором мы были сегодня, и я проводил открытую тренировку для ребят, он, конечно, отличается своим качеством, своим подходом. Видно, что сделан с душой, с добротой. Зал шикарный. И хочу сказать отдельное спасибо за то, что пригласили, за то, что они делают. Мы это видим, ценим, и это очень похвально, потому что дети – это наше будущее. И не обязательно, что каждый из них станет чемпионом. 5 с плюсом по пятибалльной шкале поставил спортивному клубу «Ринг» Смоленской АЭС и генеральный директор Федерации профессионального бокса Южного и Северокавказского федерального округов Сергей Костенко. Я слишком много езжу по России, по всем странам и смотрю залы, где занимаются именно дети. Вот в моих 13 республиках Южного и Северного Кавказа такие залы на пересчет. Это сегодня только начинает поднимать именно технический уровень, где заниматься детям. И вот такой зал, он только вызывает восторг. И уровень подготовки ребят тоже говорит о том, что в таких залах рождаются чемпионы. В подтверждение слов судьи международной категории, воспитанники ринга отлично показали себя на международной матчевой встрече. Из 6 боксеров 3 стали победителями в разных весовых категориях и возрастных группах. Рафаэль Джавадов, Егор Ржевский и Егор Рычков. Богдан Панченков, Сабухи Аллахвердиев и Илья Гречин поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета. Награды они получили от чемпиона мира по боксу Родиона Пастуха и директора Смоленской АЭС Андрея Петрова. По мнению участников и судей турнира, он прошел на очень высоком уровне. На ринге был показан качественный бокс. Атомная станция сегодня, Смоленская, являясь городообразующим предприятием, большое внимание уделяет развитию и популяризации всех видов спорта в городе Десногорске. А у нас много и борцов, и бегунов, и футболистов и так далее. Поэтому мы понимаем, что всем нужно помогать. Сегодня в Десногорске здоровая молодежь – это наше будущее.